Золотой пояс Международной федерации бокса АИБА прибыл в Астану. Этот трофей достанется победителю предстоящего в столице Казахстана финального боя новой всемирной серии APB. На кожаный с позолотой пояс претендует наш земляк Берик Абдрахманов. Казахстанский боксер встретится в решающем поединке в весовой категории до 60 килограммов с Хуршидом Тажибаевым из Узбекистана. Но все же главным призом будет не золотой пояс, чемпиона серии APB станет обладателем лицензии для участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Бой Абдрахманова с Тажибаевым состоится 30 января в спорткомплексе «Даулет». В Астане в этот вечер также пройдут еще три поединка серии. Кроме того, станут известны победители и в других весовых категориях, поединки которых пройдут в Азербайджане, Италии, Болгарии и Аргентине.